Приветствую, меня зовут Ольга Барабанова, и я веду красивый бизнес через интернет. Сегодня я хочу рассказать тебе ювелирную историю, и, возможно, благодаря этой истории ты также сможешь добавить в свою жизнь больше ювелирной красоты, настоящего бриллиантового блеска, или, возможно, ты увидишь для себя возможность для улучшения своего финансового состояния, увидишь действительно серьезную бизнес-возможность. Но на самом деле я хочу поделиться своими впечатлениями и историей, которая связана с ювелирными украшениями, которая происходит сейчас в моей жизни. Кстати, хочу сказать, что эта история будет интересна и полезна как женщинам, так и мужчинам, потому что мы все-таки затронем немножко тему бизнеса. Я знаю, что мужчины также любят украшения ювелирные, поэтому приступим. Итак, история, которой я хочу поделиться, началась около года назад. Я в то время ожидала чуда, появления малыша. И мы с мужем находились в поиске, мы хотели найти надежного стратегического бизнес-партнера, то есть компанию, с которой мы бы увидели долгосрочное сотрудничество, перспективу для дальнейшего развития. И мы хотели найти компанию, в которой мы бы увидели продукт, который был бы максимально полезен людям, в первую очередь, чтобы мы сами захотели им пользоваться, мы бы увидели пользу для себя и для других людей, соответственно, получая собственные результаты, чтобы мы искренне захотели делиться этими результатами и, соответственно, создавать большой бизнес. Тогда от нескольких моих знакомых ко мне начали поступать предложения относительно бизнеса в ювелирном направлении. Появилась компания, которая предоставляла очень вкусные бизнес-предложения, в которой можно было выгодно приобрести себе ювелирные украшения, и плюс еще там были очень сладкие условия, которые ни моя логика, ни моя интуиция, ни интуиция моих наставников не позволили тогда принять это предложение. И, конечно, впоследствии мы об этом не пожалели, потому что мы с вами знаем, что не все то золото, что блестит. И, кстати, самое, что ценно, это наше время на самом деле. И я вот этим моментом очень дорожу. Потому что если мы в какой-то момент недозаработаем денег или где-то случаются моменты просадки, то мы всегда можем, так сказать, восстановиться, да, мы можем дозаработать денег. Но если мы тратим время, то, к сожалению, время мы не можем восстановить. Мы не можем вернуть время. Поэтому я временем очень дорожу и очень рада, что в то время мне удалось разглядеть и не принять то бизнес-предложение, хотя мне, как девушке, тот ювелирный блеск очень бросился в глаза. Но в то время у меня была на приметке, так сказать, да, компания, которую я рассматривала уже достаточно тщательно с разных сторон. И это компания Arix. И в то же время я узнала, что в компании Arix появилось тогда направление Arix Diamonds. Это ювелирное направление, которое меня тогда очень обрадовало, потому что, ну, действительно, предыдущее, да, меня очень как бы заинтересовало, но я поняла, что мне с тем направлением не по пути. Так вот, в компании Arix есть направление Arix Diamonds, и я сейчас хочу рассказать, как это направление работает. У меня, у вас, у всех людей есть возможность стать участником компании Arix. В этом случае мы с вами получаем возможность пользоваться эксклюзивными, первоклассными, действительно премиум продуктами для укрепления своего здоровья. Это как раз польза настоящая, и мы оздоравливаемся, мы поддерживаем красоту, молодость, занимаемся спортом. И получая классные результаты, компания еще дополнительно нас вознаграждает. Это просто невероятная система. Как она работает? Это не просто вам дарят какие-то подарки. Компания один к одному вам на бонусный счет возвращает те деньги, которые вы инвестируете в свое здоровье. Вот услышьте, вы не делаете каких-то рисковых инвестиций в какие-то ювелирные направления, в бизнесы, вы инвестируете деньги в свое здоровье, а компания вам один к одному деньги начисляет на бонусный счет. Разве это не сказка?
То есть, например, вы $100 инвестировали в свое здоровье, $100 получили на свой бонусный счет промо-долларов, и как раз вот эти промо-доллары вы можете использовать в ювелирном направлении Arix Diamonds. Каким образом? Вы получаете скидки до 80% на ювелирные украшения. Есть и мужские коллекции, есть и женские. Я знаю, что мужчины также любят различные украшения, и перстни, запонки. Вот как раз большое направление есть для мужчин. Ну, конечно, для женщин подвески, кольца, браслеты, серьги, ожерелья, все из металлов наивысшего качества с настоящими камнями. И как это работает? Вот смотрите, вот сейчас я покажу слайд, на котором вы видите цена ювелирного изделия. Есть цена для, вторая строчка, это цена для партнеров, вернее для Arix. И третья строчка, это то, что вы можете оплатить промо-долларами. И последняя строчка, это то, что вы доплачиваете наличными. Это один из примеров. И внимание, то, что вы доплачиваете наличными, компания снова возвращает к вам на счет. И вы снова можете эти деньги использовать для следующих покупок. Но это просто шикарно, это просто блестяще, на мой взгляд. И, конечно же, это направление меня очень привлекло, когда я его увидела. Но это еще не все, друзья. Еще позже компания запустила дополнительный плюс, который я рассмотрела, разглядела и сейчас вам покажу. Когда мы строим бизнес в компании Arix, мы зарабатываем деньги. Вы делаете, вы вкладываете усилия в развитие своего бизнеса, зарабатываете. И за это компания вам дополнительно начисляет еще баллы, баллы возможностей. Это в дополнение ко всем деньгам и, как, так сказать, подаркам. Вам начисляются баллы возможностей. И вот эти баллы возможностей мы с вами можем обменивать на подарки, которые нам приглянулись. Да? Там есть коллекция брендовых сумок, клатчи, есть Apple техника, есть, кто не любит Apple, тому Samsung. Есть путешествия, можно участвовать в благотворительности, можно обменять на наличные. И позже компания добавила вот такие замечательные ювелирные украшения. Конечно же, я это увидела и не могла себе отказать, чтобы не получить такой замечательный подарок. Я не знаю, насколько там сейчас видно этот замечательный блеск, ослепительный действительно блеск. Я сейчас покажу поближе, но немножко попозже. Покажу вот как раз вот этот подарочек. Он и приехал в вот этом замечательном мешочке, так сказать. Вы уже видели Arix Diamonds. Вот такая шикарная прям такая вот коробочка. Здесь, значит, что у нас было? Здесь у нас есть вот такая салфеточка, также брендированная Arix Diamonds для ухода за нашими уже полюбившимися украшениями. Еще вот такой вот целый чехольчик, в котором находится сертификат о том, что эти украшения соответствуют действительно высшим пробам, высшему качеству. И скажу вам, что очень приятно получать такие вот подарки. Я думаю, что приятно и мужчинам, и женщинам получать подарки, а девушки у нас любят бриллианты, как говорится. Вот. И я сейчас хочу показать вот это украшение немножко поближе. Это серебряная такая подвесочка. Очень нежно. Я когда заказывала, я на самом деле не ожидала, что она будет настолько привлекательная. И вот смотрите, я надеюсь, что камера хоть немножко передаст этот блеск. Я не знаю, с какой стороны там удастся разглядеть эти камушки, но на самом деле это действительно очень нежная такая подвесочка, серебряная, с настоящим бриллиантовым блеском, с камнями, муссонитами. И что я вам хочу сказать, друзья. Если вы хотите начать действительно красивый бизнес, если вы любите красоту, блеск, шик, то я вам хочу посоветовать рассмотреть направление компании Arix, рассмотреть возможность участия в программе Arix Diamonds и, соответственно, впустить эту возможность в свою жизнь. Если сейчас у вас возникли какие-то вопросы, то не стесняйтесь, пишите их в комментариях, либо ко мне в личку, либо тому человеку, который, возможно, передал вам это видео.
Буду рада, если эта история окажется для вас поучительной и если она действительно придаст вам в жизни настоящего ювелирного блеска и еще и финансовой выгоды. Спасибо большое за внимание. До встречи в следующих полезных видео. На связи с вами была Ольга Барабанова. Пока!